Добрый день, друзья и коллеги. В Агроцентре Оренбург мы продолжаем серию опытов по новому препарату компании Сингента Euphoria Top и его эффективности по контролю пшеничного трипса. После проведения опытов мы бы хотели с вами поделиться результатами и наглядно продемонстрировать эффективность препарата. Данный опыт мы проводили на яровой мягкой пшенице для того, чтобы наглядно продемонстрировать вредоносность пшеничного трипса и эффективность препарата. Мы вам покажем количество собранного зерна с 10 квадратного метра с контрольным вариантом, где в течение вегетации не обрабатывался инсектицидами. И вариант обработан Euphoria Top, фаза начала колошения, в норме 200 мл на гектар. Но для начала необходимо отметить, что мы проводили подсчет фазу начала налива, количество личинок, и у нас количество на контрольном варианте достигало 50 штук на один колос, а количество личинок трипса на обработанном варианте всего лишь от 1 до 2 штук на один колос. Таким образом, фон заселенности вредителями был высокий. В кружках представлено зерно, собранное с учетных площадок. В данной кружке зерно, собранное с контрольного варианта. Во второй кружке зерно, собранное с варианта обработанного Euphoria Top. Мы видим, что на данном варианте объем зерна кружки больше. Мы взвесили данное зерно в кружках и получилось на контрольном варианте 1100 грамм, на варианте Euphoria Top 1500 грамм. В пересчете на урожайность мы получаем 1 центнеров на гектар на контрольном варианте и на варианте Euphoria Top 15 центнеров с гектаром. То есть прибавка составила 4 центнера на гектар. Мы проанализировали качество собранного зерна и выяснили, что на обработанном варианте улучшилась выполненность зерна, что наглядно можно показать, положив по 100 зерен с обоих вариантов в одинаковые пробирки. Здесь мы видим, что на обработанном варианте пробирка заполнена больше, чем на необработанном. Таким образом, в ходе проведенных полевых испытаний препарат Euphoria Top показывает высокую эффективность по контролю вредителей на пшенице. Это был Агроцентр Оренбург. До скорых встреч!